Всем приветик, мои дорогие! Рада вас всех приветствовать на своем канале «Простая жизнь в Германии» с Натальей. Я сегодня вчера поменяла немножко имидж, подстриглась. В общем, получила ряд таких вот хороших эмоций. И на этом позитиве хочу вам рассказать, сколько же стоит здесь подстричься, покраситься и все прочее вообще. Насколько это дорого в Германии. Начнем с того, что подстричься, во-первых, здесь проблемно в том, что вам сначала нужно найти хорошего мастера, который к вам сможет, мало того, что который вас поймет, как вы хотите стричь. Это ж, во-первых, язык. Во-вторых, этот язык, во-первых, чтобы вы могли как-то пообщаться. Очень сложно найти здесь, в маленьком городе, так вообще хорошего мастера, который вас действительно хорошо подстрижет, чтобы вам понравилось, потому что здесь вот в маленьких городах, скажем так, система, индустрия красоты не сильно развита. Здесь в основном очень много разных, скажем так, турецких парикмахерских, там в основном мужчины стригут, там бреют, и в основном там только стригут мужчин, то есть это ориентировано на мужчин. Для женщин очень сложно здесь найти хороших парикмахеров, очень сложно здесь найти, скажем так, хороших маникюрщиц и всего прочего. Я уже, вы знаете, отвыкла от сильно маникюра, сами себе все делаем. Прожив здесь 9 месяцев, знаете, спрашивая у наших украинцев, многие, которые сюда приехали, практически никто не знает, куда, что, где здесь парикмахеры или наши украинцы, которые стригут. Как правило, никто не стрижет, никто ничего не знает. И спасибо немцам, которые здесь проживают, с Казахстана, из России многие. Они подсказали хорошую девочку, она понимает русский. И спасибо, как говорится, сделать меня такой красавицей. Видите, подстригла меня, преобразила. Я хоть немножко на человека стала похожа. А почувствовала, знаете, прям вчера очень так себя замечательно и хорошо. Что же касается цены? Что же касается цены? Если в Польше можно было за стрижку, в том году, конечно, было 30-40, сейчас может и больше заплатить злотых, то в Германии мне за стрижку, укладку, помывку головы пришлось заплатить 42 евро. Могу сказать, что кто-то платит на 2-3 евро меньше, кто-то платит больше. Вот такие цены. Позже я вам выложу, я записала прайс, какие цены. Покрасить, допустим, мою голову стоит 100 евро. Так что очень дорогое удовольствие. Ходить с большой копной волос, тоже не сильно хочется. Я привыкла всегда к стрижечкам, чтобы на голове было аккуратно. Сами женщины, понимаете меня. Утром встал, расчесался и побежал. Особо некогда там что-то мудровать. И знаете, что хочу рассказать, что интересно. Говорят, что действительно наши славянские мастера, парикмахеры и вообще все услуги, которые предоставляют наши славянские мастера, самые лучшие. Потому что люди, как правило, повышают свое профмастерство, читают журналы, что-то интересуются и, как правило, стараются, чтобы клиенту угодить. То есть подстричь, как человеку нравится, чтобы у человека было настроение. Я тоже вчера пришла, действительно получила удовольствие от того, что замечательная, во-первых, девочка стрижет и общается с тобой на твоем родном языке, на котором тебе приятно говорить, ты ей объяснишь, она тебя подстрижет так, как ты хочешь. И что я вчера услышала, говорят действительно, что немцы стригут,
Есть, которые увлекаются там чем-то. А так в основном очень просто. Подстригают, там никаких вот каких-то там укладок таких не делают. Очень все простенько. Поэтому я довольна, что нашла здесь мастера хорошего. Я спросила, могу ли я выложить ее данные. Она, да, можно. Поэтому, кому будет интересно, пожалуйста, замечательный человек. Я здесь, в этом городочке, хорошо стрижу. Вот такие вам новости про подстрижки. И вообще, что здесь и как. Всем добра, мои хорошие, позитива, любви. Всех люблю. Всем всего самого доброго, самого хорошего, самого наилучшего. Вы у меня самые лучшие. Спасибо вам за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши комментарии. Всех люблю и целую. Ваша Наталья. Чусь!